Всем огромный привет! Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале. Приготовим очень вкусный, витаминный, согревающий чай. Я тут себе подготовила плоды и покажу вам два варианта. Но вообще, знаете, здесь такой полет вашей фантазии. Можно добавлять абсолютно любые фрукты, можно добавлять сухофрукты, можно добавлять различные травы, использовать либо зеленый чай, либо черный. Так что каждый раз у вас будет получаться новый вкус и каждый раз будет радовать вас новыми оттенками и ароматами. Я буду использовать стеклянный заварочный чайник, и именно этот чайник удобен тем, что у него есть съемная колба для того, чтобы можно было регулировать степень заварки. В первый чай я буду добавлять айву, я мелко ее нарезаю и буду использовать вместе с косточками, так как в них тоже очень много полезных питательных веществ. Сюда же отправляю немного ягод боярышника и хочу добавить еще корень имбиря. Для этого я его очищаю и мелко нарезаю. Я решила взять в этот раз не очень большой кусочек, так как у него все-таки жгучий вкус, но вы также ориентируетесь на свой вкус. Еще добавлю пару щепоток зеленого листового чая и буду все заливать это кипятком. Оставлю, чтобы оно у меня настоялось минут 15. И можно потом добавлять мед по вкусу. Добавлять мед лучше уже после того, когда вода немного остынет, чтобы он не терял своих полезных качеств. Ну а сахар можно добавить сразу. Для второго чая я возьму личи. Можно также взять любые другие цитрусовые, лимон, лайм, апельсин. Это будет тоже очень вкусно. Нарезаю на четвертинки, так как они достаточно маленькие. И вот тут я косточки уже выбрасываю, так как они могут горчить. Кстати, обычно едят с кожицей, и они такие интересные на вкус. Кожица сладковатая, а серединка кисленькая. Дальше буду добавлять несколько веточек мяты и листики буду обрывать. А там, где стебелек более мягкий, положу его целиком. Дальше добавляю немного ягод рябины. И это у меня гибрид черноплодной рябины и красноплодной. Также добавляю пару щепоток зеленого листового чая. Заливаю все кипятком и даю время настояться. Вкусный, витаминный, согревающий чай готов. Я очень надеюсь, что какой-нибудь из рецептов вам приглянулся и вы попробуете приготовить для того, чтобы порадовать своих близких и родных. Желаю вам всего только самого хорошего. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч!